время. Мы начинаем очередную трансляцию. Вот, это не просто вебинары. Больше таких вебинаров на всей планете. Не только России нет и быть не может. Вот, все не так. Сегодня мне звонил садовод. Вот, с Подмосковья и сказал: спасибо огромное. Наконец-то я перестал калечить деревья. И не только деревья. Поехали. Значит, вебинар 129. Так как есть люди, которые на слух все лучше воспринимают, всякое бывает. Зрение не то. Вот, привычки не те. Читаю. Прочтите учебники биологии в школах и ужаснитесь. Сколько лет я железо в отчаянии раскрывал всю ту муть, что делало детей тупыми, так как у них были украдены лучшие годы развития мозгов и тела. И вот свершилась первая ласточка. Школьная программа для детей изначально дебильна. Вернем в школу настоящую биологию. Я вас интригую. И по вам, директор школы номер 70 города Кемерово, учителям биологии этой школы, и по вам, Антонина Ивановна Скугарева, заплачет государственная премия. Вот. То есть заплачет почему? Потому что вам не выдадут. Хотя это больше, если уж вам не выдают, то кому? Итак, расшифровываю. Вот начало вы уже знаете, знаете середину, но вы не знаете конца этой истории. Конца первой части. Весь это первая серия, школьная подготовка, классы, удивительные дети, которые еще не замылены глаза, видите? Вот, широко раскрытые. Вот они. Для них это так удивительно, а ведь поколения вышли со школы, ничего не зная, напрочь забыв ту дебильную биологию, непереводимую на нормальный язык. Вот так вот было. И вот, наконец-то, смотрите, начало положено. Вот. Антонина Ивановна, вы волшебница, вы человек, который при жизни, надеюсь, станет легендой. Таких людей, это штучное изделие. Пока я только одну нашел, если так образно выразиться. Вот. Мечтал о такой. Вот это вы, вот это город Кемерово, это пятиклассники. Пока они еще нормальные, пока еще. Они не знают, как, что им предстоит. Вот. Представляете, моя племянница плакала. Учительница, ее тетя, учительница, начальник класса, вместе с ней плакала. И до сих пор обе с ужасом вспоминают эту биологию. Вот. Какое предательство совершили. И вот возвращаем ее на место. Вот. Но это я вам показывал. Я не могу не повториться. Вот так совпало, юбилей Кузбасса. Так, наша дружба с Антониной, она обучена практически полностью, как все вы ветераны, которые со мной уже несколько лет, как минимум. И вот, наконец, настала весна. Косточки сами стартировали, а еще я пришел, потому что нельзя было нам позориться, так как процесс пошел, очень интересно пошел. Съемки телевидения. Съемка фильма. Наконец-то вспомнили. Но кому-то надо было просто, ну, может, где-то засветиться. Единственный так подвижник Антонина Ивановна продолжал эту деятельность. Вот. Вот они гряды. Вот они дети. И вот это, думаете, все. Потом был от нее звонок. Валерий Горький, грустный Валерий Константинович, меня отстраняют, потому что есть люди, которым надо засветиться. Едет федеральный канал, телеканал «Мир», федеральный, вот, международный. Представляете? Вот. Ну, спасибо директору. Он сам, без него бы ничего бы не было, он бывший-то журналист. Нам бы всех таких директоров. И в стране бы зацвели сады. Потому что дети бы не только вырастили на школьных участках, не только научились, а потом бы на своих дачах, а потом бы пошли в университеты уже подготовленными. Вот так. И вот, наконец, приезжает телеканал «Мир», где-то разум возобладал, интервью давала Антонина Ивановна. Вот это вот случилось, как первая ласточка. Теперь,
Что будет дальше? Покажут, посмотрим на телеканале «Мир». Как покажут? Маленький кусочек или все по-серьезному? Вот. Если это начало, помните, какие были программы? Из-за того парня. Это мы сейчас возвращаемся к социализму, но, правда, в худшем его проявлении. Вот. А раз возвращаемся, значит, нам нужны новые лозунги. Вот. Вот посмотрим. Школу, школьные сады. Сейчас по всей стране значит, опять пошла акция. И в прошлом году, и в этом, было посажено 27 миллионов деревьев. Конечно, не коросов. Большая часть из них уже мертва. Вот так вот. Потому что это тоже надо уметь. Ткнули, отчитали и забыли. Ладно, я поздравляю Антонину Ивановну и желаю ей того, что она останется потом в истории России, не только школы, что дети будут с благодарностью вспоминать, а всей России. Но для этого надо, чтобы это было поддержано.